День святого Николая в этом году Визирский сельсовет отметил не только весело, но и широко. В ближайшем будущем он станет центром объединенной громады, куда войдут еще 4 сельсовета, в общей сложности 16 сел. Организовали праздник и ездили поздравлять детей в самые крупные сельские клубы – Визирский, Любопольский, Першотравневый и Сычавский – не безразличные к интересам селян люди. Везде для местной детворы было подготовлено театрализованное представление. Я рад тому, что благодаря компании ТИС у нас появилась возможность поздравить каждого ребенка не только села Визирка, но и сел близлежащих. В преддверии объединения громад это очень актуально. И вот мы уже проезжаем третье село и имеем возможность, так Богом данную, поздравить каждого ребенка. Выступал ансамбль «Забавушка». Детям очень нравится. Наши спонсоры приготовили им подарочки новогодние. Это прекрасно. И мы планируем также провести новогодние концерты большие в селе Визирка и в селе Сычавка. Представления были одинаковыми, но смотрелись они на разных сценах по-разному. Например, в селе Любополь, где сельский клуб находится в одном здании с сельсоветом, сцена небольшая, но уютная. В селе Першотравневое местный клуб еще закрыт на ремонт. В 2016 году хватило средств переложить кровлю, поэтому праздник проходил в здании школы. Здесь светло и просторно. Дети как завороженные смотрели на огромные мыльные пузыри. Многие такой номер видели впервые. И, конечно, каждый хотел поучаствовать в представлении. А вот в селе Визирка День Святого Николая праздновали в открывшемся после капитального ремонта зале местного клуба. И если дети еще не замечали разницы, взрослые очень впечатлились. Это он не был там ужасным, но сейчас просто отреставрировали идеально, вообще красота просто. И завершилась череда концертов в честь Дня Святого Николая в селе Сычавка. Самое дорогое в нашей жизни – это дети. И благодаря нашему областному депутату Ликдумберовичу Кутатыладзе за сегодня такой праздник для таких деток у нас в селе. Умение проводить праздники – неотъемлемая часть культуры человека. Хорошо, что с детства подрастающие жители объединенной Визирской громады получают хорошие уроки достойного времяпрепровождения и культурного отдыха.